Мужчины призывного возраста, которым запрещен выезд за границу, иногда пытаются все-таки прорваться в Европу. Самые забавные случаи. Границу с Румынией собирался перейти 30-летний киевлянин, который выдавал себя за женщину. Он переоделся, накрасился, надел парик и с собой увез ребенка. Пограничникам он предъявил паспорт жены, но его разоблачили. Теперь ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Выехать пытаются и по поддельным документам. Так на днях на границе с Молдовой обнаружили мужчину, комиссованного из-за тяжелых родов. 53-летний мужчина предъявил военный билет, где было написано, что он снят с военного учета из-за беременности и тяжелых родов. И на что он рассчитывал? Также как-то остановили двух украинцев, которые предъявили поддельные справки, напечатанные просто на принтере. Но всяким способом пересечь границу пытаются и чиновники. Экс-генпрокурор Украины Рябошапка пытался покинуть Украину под предлогом, что он отец троих детей. Однако предоставить подтверждающих документов он не смог, соответственно, его не выпустили. Подписывайтесь, чтобы всегда знать больше.